всеми остальными дополнителями методами исследования. Поэтому семиотика имеет большое значение. Мы представляем случай зернисто-клеточной опухоли абрикосова, верхней трети пищевода. Я покажу маленький фильм, потому что это было не фальсификация, что это было пищеводы. Потом... Это видно, что пищевод. Это случайные съемки, потому что у нас программа не работает, мы снимаем цифровым аппаратом с экрана. Вот, видите, мы потом увидим на снимках, вот опухоль экзофильная, небольшая опухоль, поступающая в просвет пищевода, продольно-овальная, с белесоватым, белесоватой такой гладкой поверхностью. Вот здесь очень хорошо видно. На снимках... Давайте снимки. Вот на снимках поверхность, очень, что характерно, поверхность белесоватая, тускловатая. На что надо очень обращать внимание. Переход вершины в основание опухоли, мы видим застончатость, что мы не наблюдаем в других опухолях пищевода, и за застончатостью видно тоже белесовато-сероватый компонент. Следующий. Вот здесь очень хорошо видно. Но необычно, что опухоли, то, что она уже в пищеводе, такие опухоли редко мы видим. Но тем не менее, мы должны, все же эндоскописты, мы должны на это ориентироваться. Очень, мы разделили семиотику на визуальную и инструментальную. В частности, при инструментальной пальпации мы испробуем пробы на плотность, раз, опухоль плотная, на подвижность, опухоль малоподвижная, но подвижность отмечается вместе с участком стенки. Отмечается положительный симптом переката щипцов через опухоль, симптом шатра отрицательный. При биопсии мы отмечаем сукровично-белесоватую, это очень важно. Если кто-то когда-нибудь увидит опухоль, он запомнит навсегда. При взятии биопсии отмечается легкий хруст, как если вы взяли ладонь в снег и прижали к его, вы почувствуете вот этот легкий хруст, он чувствуется на конце пальцев эндоскописта. Это очень важно тоже. Потому что такого ощущения вы не испытаете ни при одной опухоли. И кровоточивости нет. То есть белесоватое на стекло выкладывается белесоватая сукровичная такая масса.